идти. Лев уже ушел домой. Назад. Какое число? 26. Они их не съедят? Нет. Это что, 20 кур? Нет, это 8. Ой, какие они прикольненькие, беленькие. Какие жарко, что ли, дышит ртом? Петька, ты что, не сообразишь никак? Что это у тебя тут такое? В гареме пополнение? Ходи. Петя, тебе не верю. Петя! Ух ты, какая у него красная-то штука. А как же ты думаешь? Ой, вы эту клетку брали с собой? Да, она очень удобная. Ой, какие они прикольные сидят, как пироженки, да. Такие. О, еще одна выскочила. А да, воды еще грязненькие. Конечно. Да, наверное, надо закрыть, то они сейчас побегут. Да, а вишитесь раскрытыми ртами, пить, наверное, вот хотят. Пить. Из одной коробки сейчас в другую. Да какие же вы классненькие, беленькие, красивенькие. Ну выходи, выходи. Да иди ты, не бойся. Вышел и зашел назад. 20 белых. 14 ну коричневых. А они вон там отступили. Все. Ну сейчас давай уйдем. Они эти еще не несутся? Она говорит, через месяц будет нестись, но я не верю. Мне кажется, они... А, хотя вишня купит. Дай-ка я насыплю. А, так ты мне ее дал свернуть. А вот эта тряпка что здесь висит? Да, это просто. Кстати, а эти, ты видишь, они не такие трусы, как рыжие. Да. Все, пойдем. Они другой жизни не знали, они же в клетке, поди, росли. Да. Да? Да. Да, они зато не трусы, те рыжие. О, сейчас они. А вот о, тому пошли, не трусы. Пошли, глянь, идут на разведку. Ир, ну-ка давай, снимай. Смотри, ну-ка, петух который торопится. Глянь. Ну, а конечно. Смелая, самая красивая, наверное. Две да? Бригады. Ага. Аж бегом буду. Thank you.
Ну, сполоснуть сразу надо клетку.